Общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 в Азербайджане достигло свыше 167 тысяч человек. За прошедшие сутки от коронавируса скончались 47 человек. На сегодняшний день победить болезнь удалось свыше 103,5 тысяч пациентов. На лечении и карантине продолжают находиться 61 765 человек. Между тем, по данным университета Джонса Хопкинса, в мире коронавирусом заразились свыше 70 миллионов человек. США остаются мировым лидером по количеству летальных исходов и заразившихся, где с начала пандемии скончались около 300 тысяч человек. В стране зафиксирован самый высокий коэффициент смертности. Президент США Дональд Трамп объявил о начале вакцинации. По словам американского лидера, прививать от COVID-19 начнут менее чем через сутки. Он заверил, что вакцина Pfizer и Moderna абсолютно безопасны. О выдаче Pfizer лицензии стало известно 12 декабря. Первыми препарат получат медики и пожилые люди, а доставка вакцины начнется в течение 24 часов после получения лицензии на ее использование. Первую вакцину Pfizer разрешила Великобритания, одобрившая ее в начале декабря. Британия заказала 40 миллионов доз препарата. Этого хватит для вакцинации 20 миллионов человек. Наргиз Селимханова, CBC.